С этого вопроса начинается беседа. Так что вопрос вот, патриотической молодежи. Что такое патриотизм? Для некоторых это просто окупаться флаг своей страны, это достаточно. Вот я патриот. Нет, этого недостаточно. У Фила своя философия на этот счет. Война для него началась еще в 2008 году, когда Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии. Тогда российские войска помогали в разрешении конфликта. Можно же прийти к выводу, что идет война за наши умы. Нужно быть совсем недалеким человеком, чтобы не понять, что им надо, чтобы ты действовал как-то, но именно в их интересах. Ребята из Грома активно отвечают на непосредственные вопросы, даже личного характера. И вот спустя вот уже 8 лет, вот я сейчас сижу уже перед вами, и мы здесь, собственно, находимся для того, чтобы передать всем желающим свои навыки, какие-то опыт, знания, умения. Принцип работы вообще автомата, есть у вас представление или нет? Глаза горели детей, они чистый лист, мы не должны. Не мы должны заполнять, мы просто должны давать те инструменты. Учения по начальной военной подготовке юноармейцев продолжаются в Геническом районе. Вот это мои результаты. Здесь я выколол один магазин, то есть 15 патронов. Специфика работы такая, что постоянно надо держать себя в тонусе.